Далее, второй этап. Расчет потенциала. Из предыдущего пункта мы нашли нашу напряженность. То есть она у нас находится как заряд, деленный на эпсилон нулевое, эпсилон 4, пи, f квадрат маленькое. Далее записываем формулу связи между напряженностью и потенциалом. У нас будет как минус dφ деленное на dr будет равняться нашей напряженности. Отсюда выражаем dφ. У нас получается, что dφ будет равняться минус напряженность, умноженная на dr. Находим интеграл отсюда, выражаем φ. Наш потенциал будет равняться интеграл минус по dr. Сюда подставляем. Теперь вот отсюда, то есть вот сюда, у нас получается, что наш интеграл считывается как q эпсилон нулевое 4 пи r в квадрате маленькое по dr.